друзья, всем привет! В предыдущем видео мы с вами разбирали, как выплачиваются деньги, как начисляются проценты, когда вы идете от уровня новичок к званию директор. Да, и под этим видео вы можете пройти по ссылке, еще раз пересмотреть эту видеозапись. Сегодня же мы с вами возьмем уже другие просчеты. Да, сегодня мы с вами разберемся, как начисляются уже более крупные суммы денег, да, то есть как можно зарабатывать в этом бизнесе 100, 200, 300, 400, 500 тысяч в месяц и более. И для того, чтобы нам в этом разобраться, да, нам с вами пригодится калькулятор, да, и пригодится, соответственно, план успеха. Итак, давайте еще раз с вами вспомним. То есть, смотрите, основной смысл нашего бизнеса – это построение директорских команд. Построение команд с товарооборотом 250-300 тысяч рублей в месяц и более. Основную цель, которую мы ставим перед своими партнерами на первом этапе, да, это построить 6 вот таких команд. 6 директорских команд с товарооборотом 300 тысяч рублей, да, и более. Да, то есть для чего это нужно? Ну, давайте смотреть, на какие выгоды и преимущества вы получите, если вы это сделаете. Потому что я всегда говорю, какова цена вопроса, да, а стоит ли вообще смысл это делать? А стоит ли смысл тратить на это время, вместо того, чтобы, может быть, отдохнуть, там, посмотреть телевизор и так далее. При построении 6 команд вы получаете определенный статус в нашем бизнесе, который вам дает дополнительные преимущества. Первое, да, ваш доход будет порядка от 200 тысяч рублей в месяц и более. Да, то есть сумма она может быть разная, у кого-то 150-180, у кого-то 250-300 тысяч рублей. Второе, что вы получаете, только единовременными премиями по достижению этого нового звания вы получаете сумму 17,5 тысяч долларов. 17,5 тысяч долларов – это в виде единовременных премий. Деньги выплачиваются по курсу Центробанка. Следующий момент. Да, вы два раза в год будете отдыхать за границей. Два раза в год отдых. Ну, смотрите, какие-то страны, да, к примеру, если мы берем с вами 2017 год, это было Майами и круиз по Средиземному морю. Если мы с вами берем 2018 год, в апреле это будет Япония, Токио, в сентябре это будет Мадрид, Испания, да, то есть каждый год разные страны мира, компания все полностью оплачивает, да, и вы получаете отдых. Следующий момент. Вы участвуете во второй автомобильной программе. Вы знаете, да, что у нас есть 4 автопрограммы, они все разные. По второй автопрограмме вы получаете автомашину премиум-класса. То есть это такие бренды, как Mercedes, Volvo, Lexus, Infiniti, BMW, Audi и так далее. Компания 2 миллиона 150 тысяч вам полностью финансирует на покупку этого автомобиля. Если вдруг вы выбрали категорию, ну, то есть комплектацию более дорогую, то все, что идет свыше 500 тысяч, 50% оплачивает компания, 50% уже оплачиваете вы. Ну, то есть, смотрите, получается, вы можете выбрать машину стоимостью 2 миллиона 400 тысяч, компания вам полностью будет оплачивать это. Следующее, что вы еще получаете? Да, вы получаете такой статус, как VIP. То есть VIP везде и во всем, да, это VIP-перелет, это VIP-проживание в гостиницах, это VIP-банкеты, да, VIP-номера. То есть вы уже будете являться категорией VIP. Ну и, конечно, много всего еще дополнительных, более мелких нюансов, более мелких подарков. Теперь давайте посмотрим, да, то есть вот для того, чтобы нам с вами все это иметь, необходимо построить 6 команд. Но смотрите, вот если я нарисую таким вот образом, то есть это вы, да, и у вас, соответственно, есть 6 команд. Вот мы с вами в предыдущем видео разбирали, какие бонусы, да, и проценты вы получаете при построении команды до уровня директора. Когда у вас уже появляются директора, распределение денег идет совершенно по-другому. И сейчас я вас полностью вам об этом покажу и научу вас просчитывать. Давайте мы с вами в виде примера возьмем, да, что у каждого из этих директоров также есть 6 команд. 6 команд с товарооборотом, да, 300 тысяч рублей и более. То есть, смотрите, как маркетинг-план выглядит. Да, когда вы уже зарабатываете деньги, возникает вопрос, да, как вас может компания заинтересовать, чтобы вы зарабатывали все больше, больше и больше?
Как вас компания может заинтересовать, чтобы вы помогали своим людям зарабатывать все больше и больше и больше? И компания ввела очень грамотный, то есть очень грамотный такой бонус. Она говорит, мы готовы вам платить, да, на 6 поколений в глубину дополнительные бонусы с товарооборота лидеров, да, в этих командах. И вот сейчас как раз мы об этом с вами и разберемся. Давайте мы с вами возьмем на примере даже не 6, а хотя бы на примере 4 поколений. Да, как раз вот 5-6 вы просчитаете сами самостоятельно в виде, так скажем, домашнего задания. Ну, например, вот возьмем с вами такую картину, да, что есть 6 команд, у каждого из них есть 6 команд, у каждого из них есть 6 команд. Ну, такую идеальную ситуацию. Понятно, что на практике идеальному там, ну, не бывает, может быть по-другому, но не суть важна. Да, смотрите, что произойдет. Значит, в первом поколении у вас 6 человек, да, если 6 на 6 умножить, то будет 36, да, если 36 умножить на 6, это будет 216. И если 216 умножить на 6, это будет 1296. 1296 человек. Да? Теперь, ну давайте возьмем какой-нибудь средний товарооборот, да? Потому что товарооборот в каждой команде может быть совершенно разный. Да? Это может быть и 300 тысяч, это может быть и 400 тысяч, и 500 и так далее. Давайте возьмем в среднем, да? То есть товарооборот 400 тысяч. Потому что какие-то команды уже, то есть, развиваются более активно, да, ну, то есть в среднем в каждой команде товарооборот по 400 тысяч, да, не буду везде переписывать, в каждой товарооборот по 400 тысяч. Теперь давайте смотреть, вот теперь сейчас с вами переходим, наверное, к самому главному, да, это к тому вопросу, когда кто-то говорит, а можно ли здесь в этом бизнесе зарабатывать большие деньги или нельзя, а почему одни зарабатывают, а другие не зарабатывают, а кто-то говорит, что наоборот, то есть, да, здесь выплачивают компании там только с первых уровней. Это далеко не так, потому что, знаете, я всегда говорю, сначала нужно изучить вот этот план успеха, да, вот эту книгу, в которой все полностью объясняется, какие бонусы, на какое поколение в глубину, при каких ситуациях компания вам будет выплачивать. И вот теперь давайте возьмем просто обычную чистую математику, да, все в виде математики. Если мы с вами берем товарооборот первых команд, то есть, смотрите, товарооборот 400 тысяч, да, умножаем с вами на процент, то есть, какой процент компания выплачивает с какого товарооборота. Как я уже говорил, с первого уровня компания нам выплачивает 5%, со второго поколения лидеров компания нам выплачивает 2%, с третьего поколения лидеров компания выплачивает 0,5%, с четвертого поколения компания выплачивает 0,25%, с пятого поколения 0,125% и с шестого поколения 0,0625%. Вроде бы, да, цифры маленькие, вроде бы, то есть процент не слишком высокий, как вот многие говорят, там, ой, это очень маленькая сумма, да, это очень маленький процент. Я говорю, процент может быть и маленький в числах, да, но давайте посмотрим, сколько это в рублях. И, кстати, сейчас вы увидите, да, насколько выгодно, насколько важно, чтобы у вас была большая глубина, насколько выгодно, чтобы в вашей команде были люди, которые зарабатывают очень много, да, потому что основные доходы у вас идут из глубины. Давайте теперь просчеты делать. Итак, значит, берем с вами первый уровень. Да, у нас в каждой команде товарооборот по 400 тысяч в среднем. Мы с вами умножаем на процент, то есть это 5%, да, и умножаем. Ну, то есть, соответственно, сколько здесь получится? Здесь получится 20 тысяч рублей. То есть, 20 тысяч рублей нам компания, вам компания выплачивает за то, что у вас есть такая одна команда. А таких команд у вас 6, да? Если мы умножим на 6, это будет 120 тысяч рублей. Вам компания выплатит только за то, что у вас, к примеру, вот есть такой бизнес, да? То есть, есть 6 команд и глубины нету. Если же вы начинаете работать с глубиной и начинаете вот этим людям помогать становиться директорами, помогать развивать свои команды, тогда давайте посмотрим, сколько вам компания будет выплачивать со второго поколения. Берем с вами точно так же товарооборот 400 тысяч. Да? Мы также с вами умножаем только уже на 2%, да? То есть компания выплачивает бонус 2% со второго поколения. Это будет 8 тысяч рублей. Да? Вроде бы сумма маленькая, но... А таких команд намного больше, да, то есть умножаем на 36 команд, получится 288 тысяч рублей. Можете ради интереса проверить. То есть, смотрите, получается, за первое поколение мы заработали 120 тысяч рублей, а за то, что мы помогли первому поколению зарабатывать деньги, нам компания выплатила 280 тысяч рублей. Берем следующее.
Да, то есть мне выгодно, чтобы каждый из этих людей зарабатывал много. Да, то есть нам выгодно по этим планам. Берем с вами четвертое поколение. Также 400 тысяч мы с вами умножаем на 0,5%. Это получится 2000 рублей. Да, но таких людей на сколько? 216. Да, получится 432 тысячи рублей. То есть 402 тысячи рублей вам компания дополнительно выплачивает вот к этой сумме и вот к этой сумме, да, за то, что вы помогли людям зарабатывать деньги. Ну и, как я говорил, мы с вами просчитаем всего лишь четвертое поколение. Пятое, что ради интереса, просчитайте сами. Да, умножаем на 0,25. Это, соответственно, будет всего лишь 1000 рублей. Но таких команд у нас с вами 1296. Да, и тогда получится, соответственно, товарооборот, вернее, не товарооборот, а доход 1 296 тысяч рублей. Если мы с вами всю эту сумму сложим, да, потому что это все части, которые вам выплачивает компания, то получится 2 136 тысяч. Это ваш доход за то, что вы создали всего лишь вот такой бизнес. Да? Мы сейчас не говорим про пятое, про шестое поколение. Ну скажите, даже если мы с вами идеальный вариант разобрали, но даже если мы с вами возьмем всего лишь 50% вот от этой суммы, да, что всего лишь там, ну не так все будет красиво, а, к примеру, наполовину мы с вами меньше. Да-да-да, ваш доход составит 1 миллион, ну примерно 1 миллион где-то 68 тысяч рублей. 1 миллион 68 тысяч рублей. Я считаю, что да, тоже не слишком плохо, тоже не слишком мало. Я всегда говорю, ну, даже если мы с вами еще срежем на 50%, тут будет полмиллиона. Да, то есть даже если мы с вами возьмем всего лишь 25% от этой картинки, это будет ваш доход 530 тысяч рублей. То есть вот где лежат основные деньги. И на этом выплаты не заканчиваются. Вот многие неправильно понимают, что то есть, компания вам говорит, на 6 поколений выплатит, а что дальше? А что будет дальше с теми людьми, да, которые будут находиться вот здесь, ниже, ниже, ниже. Компания вам в любом случае будет платить деньги. Это просто 6 уровней начисления. Это 6, так скажем, как бы критериев, да, то есть. Но выплачиваются они из 10-го, из 20-го, из 30-го поколения. Просто если вы изучите план успеха, да, если вы внимательно почитаете, тогда вы в этом разберетесь. Вот почему в этом бизнесе одни люди не могут заработать 5-10 тысяч рублей, и в это же время в этих же городах есть люди, которые зарабатывают 100, 200, 300, полмиллиона, миллион рублей в месяц. Причина одна единственная. Незнание маркетинг-плана, непонимание, как ведутся просчеты, да, и, ну и, наверное, нежелание учиться в этом деле и разбираться. Так что обязательно следите за всеми нашими видеозаписями, изучайте весь материал, изучайте книги, заходите на YouTube-канал. Да, посещайте вебинары, и результаты однозначно будут. Всем пока, друзья!